Я Имшана Сергей, радиоинженер из города Екатеринбурга. На семинаре я уже далеко не первый раз. Ну, что хотелось сказать относительно вот субъективного впечатления о семинарах, вот даже после первого, когда я здесь побывал, то есть тот заряд жизненный, то есть в принципе, ну, в комплексе всех вот этих каких-то и взаимодействий, и отношения к жизни, и того, что ты делаешь постоянно, то есть мне вот, ну, по сути дела, вот одного семинара зимнего хватает на полгода. С точки зрения того, что, ну, вот оно как-то вот все более структурированно движется, ну, в принципе, заряд вот этот вещь. Вот. И сейчас я, ну, приезжаю на семинары действительно пополнить свои ресурсы, так называемые, ну, во всех аспектах, то есть это и физические ресурсы, поскольку здесь очень комфортно и, как сказать, правильно все организовано, что, ну, действительно отдыхаешь физически, и не только отдыхаешь, набираешься сил, в том числе есть и, помимо того, что есть занятия, так сказать, связанные с головой, есть еще и масса занятий, которые связаны именно с физической стороной, так сказать. И, ну, в комплексе все это вместе, оно дает, ну, такой жизненный заряд, который, в общем-то, очень полезен. Вот. С точки зрения структурирования, вот, когда просто, так сказать, по жизни занимаешься всем, чем ты занимаешься в жизни, наступает некоторый какой-то хаос в голове, то есть и возникает очень много вопросов, куда двигаться, зачем, каким образом, и, ну, то есть, может, какие-то вообще задачки решат, есть какие-то тупиковые вопросы, которые, ну, невозможно как-то осознать вот в этом, так сказать, суете, вот, то есть здесь, в общем-то, эти задачи, они четко структурируются, и, ну, решения, они приходят сами по себе, то есть именно вот за эти я сейчас, в общем-то, на семинары езжу, вот, и вот нынешний семинар, он четко, то есть были поставлены задачи, которые нужно было осознать и принять для себя, то есть используя тот аппарат, не используя, ну, то, что вот инструментарий, который здесь дается. В общем-то, я хочу сказать, что этот процесс, он положительный, и я думаю, что это, ну, существенно скажется дальше у меня на моих, так сказать, продвижениях в жизни. И еще хотел добавить, что в данном случае здесь очень четко выражен системный, ну, выражаться, если нормально, терминами нашими радиотехническими, то есть это системный подход во взгляде на жизнь. То есть и это макрозаконы, и микрозаконы, и, в общем-то, и отношения, и душа, и, ну, и тело, это все вместе здесь очень хорошо выражено, четко структурировано, и в этом плане, ну, очень понятно и очень комфортно. Вот. Ну, вот, в общем-то, все. Если есть вопросы, спасибо.